Доброе утро, друзья! Сегодня к нам в гости пришел известный украинский шоумен, известный и популярный певец Андрей Кише. Привет, Андрей! Доброе утро! Я хочу в первую очередь поздравить тебя с Днем музыки. Как же? Как будешь праздновать? Я об этом не знал. Доброе утро! Отлично! Я думал, нам повод не нужен, а оказывается, он есть. Да так просто совпало. Я очень обрадовалась, что сегодня первый мой гость в понедельник утром именно певец. Сейчас спою! На самом деле было бы классно отпраздновать, конечно, такой вот день выпуска альбома, но пока все кипит. Все в работе, все в ночных, в дневных сменах. И ты уже не понимаешь, где ночь, где день. Вот. Что бы ты пожелал своим коллегам, музыкантам? Ой, не останавливаться, творить, креативить, путешествовать по миру, набираться сил, энергии, вдохновения. И писать, писать, писать побольше музыки. Украинская музыка стала другой, она меняется. И мне приятно, что я часть этого изменения. Какое она стала? Ну, как ты изменился? Мне кажется, она все больше и больше выходит на мировой уровень восприятия, разнообразности, многогранности, потому что направлений становится много, и ты на сегодняшний день не можешь просто взять калькулятор в руки и просчитать успешность проекта. Есть позиции, которые немножечко непонятны, как они стрельнут, как отреагирует публика. Публика стала выпагловой, вот, требовательной к качеству, к... И если даже на музыкальное, профессиональное мнение многие проекты, которые сегодня занимают топовые позиции в Украине, не совсем являются как бы представителями того качества эталона музыкального, который хотелось бы, все равно эти проекты делают очень большие, мощные такие шоу-бизнесовые шаги, нажатия на газ, я их называю, на уровне вот мировых звезд. Исходя из этого, получают такой фидбэк. Поэтому я бы хотел всем нам пожелать немножечко терпения и очень-очень много вдохновения. Супер. А где тебе лучше пишется музыка? За границей или в Украине? Ты очень много путешествуешь. Ну, я бы не сказал, что я очень много путешествую в сравнении с теми людьми, которые на этом, скажем, строят свою жизнь и являются именно путешественниками. Вот, есть у нас знакомые, у меня, который уже посетил более 120 стран в мире. А сколько ты стран посетил, ты не считал? Приблизительно 32 или 34 страны. Вот, но есть же просто такие страны, в которые ты возвращаешься, и ты уже их не считаешь как бы странами, в которых ты... Спасибо большое. В которых ты можешь побывать или побывал, но все равно это твои поездки в год возвращения происходят. Какие страны ты возвращаешься? Я не знаю, там где вкусно, а где тепло. А где праздновали день рождения дочери? Это вообще отдельная история. Мы возвращаемся в те страны, где вкусно и тепло, где что-то запомнилось, где где-то очень сильно улыбнулось, и остались такие теплые, приятные впечатления. Вот, поэтому туда с удовольствием. Конечно. Например, Грузия? Ой, да, Грузия страна, одна из стран, которых я открыл только в этом году. Я впервые побывал там. Мы впервые побывали в Грузии и поняли, что туда нужно еще ехать, потому что очень много противоречивых мнений со стороны знакомых было, увиденного самостоятельно. Есть, ну, как бы вот типа развал схождения, недопонимание немножечко. Поэтому я думаю, что Грузии нужно еще ехать смотреть, как и летнюю, так и зимнюю. А принимают за своего в Грузии? Ну, мне показалось, что все-таки вот я могу, конечно, зайти там за своего. Ну, у меня не совсем грузинская внешность, это очевидно. Все-таки они немножко другого типажа мужчины. Вот. Но язык, если бы я говорил на грузинском языке, наверное, было бы больше восприятия меня как иностранца. Я видела в Инстаграме очень много вкусняшек, которые ты выкладывал именно... пребывая в Грузии, различных блюд. Ой, это же история, какая наш друг Заза Касаашвили, вот, это кондитер и один из соучредителей кондитерской школы французской. И преподаватель твоей жены, правильно? Ну, он не совсем преподаватель, он, скажем, учредитель школы, угу. Он человек, который занимается вообще всеми движениями. Гуру.
Да, а преподаватели там очень талантливые, украинские ребята с Украины и мировые звезды, которые приезжали. Заза, он сам грузин, он живет в Тбилиси, он открыл там тоже школу. И там же открыл свой ресторанчик, куда нас приглашал. Мы с Оксаной приезжали в гости, снимали, дегустировали все это. Это было наше такое путешествие, это второе путешествие в этом году было, третье, куда мы поехали. Ежегодно мы с Оксаной убегаем от нашей семьи, от наших родственников и детей, простите Бога ради, чтобы побыть просто неделю вдвоем и открыть новую страну. Это, в этот раз это была Грузия. А день рождения мы отпраздновали, это была идея, которая пришла мне еще летом. Хотелось убежать, уйти немножечко от ежегодной суеты подготовки дня рождения Кише, всевозможными вечеринками, презентациями новых клипов и всего. Нет, новинки будут. И на самом деле мы буквально перед вылетом, перед отлетом на день рождения в Испанию, мы были в Буковеле, отдыхали, и мы в Карпатах сняли новый клип, который будем презентовать через 3 недели. Вау! Но а можешь отдых... чуть узнать детали? Что же там будет? По видео. По видео. Я вам сейчас расскажу, но я хотел сказать историю. Класс. По нашему дню рождения. Угу. Мне захотелось каким-то образом выдохнуть, знаете, mm-hmm. вот это все тяжелый август месяц постоянных съемок, концертов, работы, надо, подготовка, потом технические исполнения. И нашей дочери исполнялось 10 лет, это ее первый юбилей. Мы решили сделать ей подарок, ну и, соответственно, мне немножечко, и проведать наших друзей, наших кумовьев, которые живут в Женеве. Но перед этим у нас родилась идея посетить парк Авентура. Порт Авентура, который... Салоу. Да, в Салоу находится, в Испании. И в 3 часа ночи, 5 сентября, мы будем нашу старшую дочь и говорим, вот тебе подарок, собирайся, мы летим в Порт Авентура, в Испанию, а потом в Женеву. Она смотрит на нас такая. Класс. Что, с ума сошли? С ума сошли, что ли? Я не хочу, я хочу пиццу. Я хочу обычный день рождения. Вот, но у нас получилось. Мы побывали в парке. Утром мы купались на море. Днем мы проводили целый день. А я видела выступление у вас в Порт-Авентура на сцене. Это было вдруг не в этом году, да? Нет, мы не выступали там в Порт-Авентура на сцене. Да, значит, просто была локация, и там было выложено. Просто мы отдыхали. Вот реально семейный был день рождения. Мы купались. Нас поучили кататься на борде, на вейкборде. Мы класс. Ходили за грибами, мы, я не знаю, торт, день рождения, гитара, домашний очаг, такой уют, близкие друзья. Ничего лишнего, это очень не хватало этого. А что же все-таки нас ожидает в новом клипе? Ой, это философская, очень серьезная работа. И... лучше, конечно, увидеть. Мы через пару дней презентуем тизер, так что посмотреть. Это клип, в котором будет очень много меня. Одного, и все, и больше никого. То есть твои размышления о жизни, твои глаза. Да, там такой клип на выживание. Вот меня, меня кинули в Карпатах, в горах. И говорит, Киша, давай, выживай. Ну, судя по тому, что ты сегодня к нам доехал, то ты выжил все-таки, да? Да. А о чем будет песня? Как она будет называться? На какую песню клип снимается? Эта песня уже живет, уже была представлена в начале этого года. «Бачу промені». Она довольно неплохо получила свой как бы музыкальный эфирный путь в западной части Украины. Вот, и на многих радиостанциях нас и центральных поддержали, но... Песня специфическая, она не развлекательного формата, она не несет в себе легкость танцевальности, она с глубоким смыслом, ее надо слушать. Вот. И я понял, я давно вынашивал этот сценарий, он достаточно простой, но интересный. И у нас получилось это снять, и пускай с опозданием в полгода, мы все равно решили сделать эту работу, показать ее зрителю. Мы ее презентуем в кинотеатре. Вау, в каком? Вот. В одном из киевских кинотеатров. В киевских. Еще договариваемся. Скажи, ты принимал участие в монтаже этого клипа? Я сейчас этим занимаюсь как раз, добиваю. У нас есть такой творческий тандем. Саша Швец, наш друг и сорежиссер, оператор, который уже снимается на 4-ю работу. Вот то, что вы сейчас показывали, кусочки, это тоже наша работа. В прошлом году мы были в путешествии с One Life,
на французской ривьере, в Лазурном берегу. И вот, имея с собой небольшой запас техники, мы сняли вот такой клип. Мы в конце нашей программы покажем полностью весь клип для тех, кто его, может быть, еще не видел, и для тех, кто его любит, потому что сейчас немножечко уже в Киеве похолодало, и я уверена, что у всех возникает такая ностальгия по лету. Летом. Хочется просто окунуться, потому что этот клип, он так и манит. Это дразнилка, ребята, для вас. Лазурным берегам, для всех дразнилка огромная. Заходите на Кишай Офишал, дразнилочку, мы сегодня публикуем еще один наш влоговый ролик. Мы же, ребята, не просто путешественники, мы еще рассказываем об отдыхе семейном в таких странах, как Турция и Египет. Мы дружим с одним из крупнейших в Украине и на пространствах СНГ туроператоров. Наши уже дружеские отношения длятся более 15 лет. И периодически, ездя отдыхать, мы снимаем для них влоговые истории. Сегодня мы покажем, как мы прилетели в отель «Риксос» и как мы там отдыхали. Я хотела еще спросить относительно образа. То есть борода отращивалась специально для образа Бармалея в сказке Лирника. Пугодеток. Ты решил так и остаться в этом образе навсегда? Угу. Да? То есть ты с ним сжился, тебе комфортно? Да. И это были именно изменения внутренние, потом предложили сыграть эту роль? Это возраст, это внутреннее, это стилистика, это вещи, которые отчасти от меня не зависели. Что-то получалось. Но сейчас я уже такой залохматился, а вообще в новом видеоряде там будет еще поинтереснее внешность. И я прислушиваюсь к мнению людей, которые меня окружают, и смотрю на себя в зеркало. Есть вещи, изменения, которые, мне кажется, пошли мне лучше в этой стилистике, в этом обрамлении, чем было 5-6 лет назад. А как жене Оксане нравится новый образ? Она сказала, или она не, и вздум... есть не вздумай, один стилист. Раз я сбрил бороду, посмотрела. Не надо. Все, отпускаю. Вот. Как вам удается спустя более чем 20 лет совместной жизни вот так вот вырываться, устраивать романтические путешествия? И какими они есть, эти путешествия для двоих? Ну, не все так сладко, как звучит и кажется людям со стороны, потому что даже во время этих путешествий есть ссоры, скандалы, взаимонедопонимания. На каких-то бытовых мелочных вещах мы спотыкаемся, мы готовим глобальные интересные вещи, действительно, которые даже сам иногда удивляюсь. Блин, ну мы молодцы с тобой, Ксюнь. И все равно вот что-то где-то кто-то забыл, что-то не взял, и мы... На самом деле эта идея пришла лет уже 12 назад, как бы отпраздновав, скажем, вот один из наших юбилеев свадьбы, мы поняли, что делать это ежегодно, это так будет скучно и неинтересно в том плане, что мы будем постоянно собираться, будут приходить гости, мы будем готовить, кушать, напиваться. И все это ни к чему. Это, мне кажется, абсолютно не дает нам никакой энергии, заряда. Мы поняли, что надо путешествовать. Надо куда-то уезжать, открывать для себя другой город, другую страну, немножечко культуры, чуть-чуть кулинарии, что-то посещать. То есть и это как бальзам на душу зашел. И это зашло очень... таким хорошим помогатором в отношениях личных. Потому что, понятное дело, что это надо делать не раз в год. Вот, и у нас есть, бывают такие дни в месяц, когда мы можем куда-то уехать вдвоем на день даже, на два. Вот, это нужно взрослым людям побыть вместе, расслабиться, попутешествовать, быть необремененными немножечко своими насущными бытовыми проблемами, воспитанием детей. Вот, к этому мы с любовью возвращаемся. Мы еще больше по всему этому скучать начинаем. Вот, это один из допингов путешествий. Вот, поэтому происходит это неинтересно. Мы лазим, ходим, мы превращаемся в путешественников, туристов. Мы сами составляем свою логистику, сами диктуем себе, куда идти, чем заниматься в той или иной стране. Мы не ездим туда, как это сказать, под ключ. Скажи, а что бы ты посоветовал молодым музыкантам, которые делают свои первые шаги и хотят достичь такого же карьерного успеха, как ты?
У тебя путь был очень непростой. Он не был, он есть. Не, ну сейчас-то тебе уже просто, ты Кише, тебя все знают, и бренд уже состоялся. Вот ошибочное мнение, все так, как кипит и бурлит. Вы не представляете, какие рычаги, какие плиты титанические нужно двигать, чтобы слово «состоялся» звучало постоянно. Потому что один раз его услышав и опустив руки, ты рискуешь просто отодвинуть себя на много-много шагов назад. Время не стоит на месте. Вот вы сказали, те молодые, кому их нужно дать совет, мне кажется, им ничего не надо давать. У них столько рвения, талантов и терпения, что надо думать самому о том, чтобы не сдаться и не сдуться по сравнению с ними. Организация выпуска альбома, организация тура, организация пиара в поддержку этого тура, то есть выйти на новый уровень. Это всегда сложнее, чем достигнуть какой-то первой узнаваемости. На самом деле известным стать легко, удержать свою популярность, свою известность, приумножить ее, да, завоевать новую аудиторию. Вчерашняя песня была хороша, а сегодняшний трек не сработал так, как вчерашняя. И слушатель, ты рискуешь то, что от тебя может немножечко отвернуться, сказать, ну вот это вот, у нее была классная песня, вот это что-то не так, ну ладно, мы пойдем послушаем другую группу. Поэтому битва состоялась, она всегда, она вечная. И только артист начинает это понимать, он принимает и осознает то, что все, у него выбора нет, жить этой жизнью. Ну, это как на велосипеде. Пока ты крутишь быстро педали, движение, ты едешь. Да. Надо креативить. Только ты остановился, велосипед надо креативить, падает. Создавать, конкурировать. Вот это все я хочу пожелать и себе. Но при этом всем ты никогда не обращался к продюсерам. Ты всегда был так сам получилось. Продюсером своего проекта. Ну, как не обращался? Обращался, видать, наверное, не увидели. Не заметили, не поверили. Но это ты очень, был готов, это да, очень важно. С кем-то. Вы понимаете, очень много талантливых ребят, которые пишут действительно неплохие или даже очень крутые песни, могут прийти к продюсеру, показать ему, а вот человек на каком-то подсознательном уровне, на каких-то тонких нитях, имея уже опыт, смотрит на образ и не верит ему. И он не понимает, зачем мне сюда инвестировать время, это в первую очередь, потом второе средство. Вот очень интересный вопрос, верить в образ, потому что артисты, которые долгое время находятся в шоу-бизнесе, они смотрят о том, что появляются молодые, новые течения и хотят как-то апгрейдиться. Правильно ли это делать? То есть не теряют ли артист таким образом себя? Потому что знают его, вот он исполняет классическую музыку, потом раз и меняют на клубную. Это всегда в плюс или может сыграть и в минус? Практика покажет, весна покажет, кто где с кем. На самом деле, если человек перестает меняться и обновляться, то, ну, я не знаю, в музыке консервативное мышление не самое из лучших решений. Даже для артистов, которые пели там какую-то вот как бы действительно украинскую эстраду, я считаю, надо экспериментировать, невзирая на то, что многие могут сказать, ну вот, ну как же, он же там такой уже взрослый дядька или еще что-то. Ни в коем случае, надо меняться. Вокальные подачи, вокальные тембра, вокальные нюансы изменились. Мир по-другому петь стал, все по-другому звучит. И я, наоборот, рад тому, что происходит именно в украинской формации, что меняется желание музыкантов делать чуть-чуть лучше, качественнее, чем было раньше. Поэтому я не вижу в этом плохого ничего. А такие группы, например, как «Каска», «Новые», «Молодые», как вы считаете, вот они временные или это вот такой новый виток? А это покажет их запал творческих идей, их желание быть в этой обойме, которую им предоставил один из крутейших продюсеров Украины. Вот. И все зависит тут теперь от работы. Ну, материал хороший, да, он зашел. Он украиноязычный, он современный. Ну, учитывая квоты сейчас на радио, то это очень актуально. Он попал в такую взрыхленную, благодатную почву, да. И плюс при поддержке, конечно, ну, как бы Юры Никитина, его мышления, рычагов, его колоссального опыта как продюсера, у ребят получился шанс. А это вот то, что я вижу, на мой взгляд, это агрессивное ведение музыкального бизнеса. На самом деле это агрессивный проект, который очень сильно и мощно наступает. Сейчас так прорывают.
сейчас количество информационного потока, который нас с вами окружает, зашкаливает. Мы к концу рабочего дня, у нас уже болтики и гайки не работают, потому что мы принимаем в себя столько всего путем Фейсбука и Инстаграма, только эти два носителя нас перегружают настолько, плюс новостная подача, плюс рассылка, плюс телефонные звонки, плюс. Во время плавания удается от этого всего сбежать? Это единственное, что спасает. Ты не можешь там ничего делать. Есть люди, которые плавают в наушниках и пытаются слушать музыку. Блин, я их не понимаю. Я слушаю только мышцы, тело, себя и что-то там бурмочу себе под это. Опыт работы на музыкальном телеканале ведущим, как считаешь, хорош. Помог тебе, вот, например, стать ведущим прямых трансляций на Евровидении? Ну, на Евровидении у меня была зона, гостевая зона красной дорожки. Скажем так, перепало моей бороде, образ сошел. Вот здесь нужен был экзотический соведущий. Вот. Опыт колоссальный, конечно. Ну как же, 7 лет работы на музыкальном канале. Вопрос, воспользовался ли я всем тем, что для меня тогда открылось, и такая возможность дошла. Вот этот вопрос даже лично для меня. Но я пытался. По крайней мере, я не курил бамбук, не расслаблялся, не почивал на лаврах. Ну вот у меня все хорошо. Хотя местами такая штучка была. Вот типа вот, сейчас заболею. Немножко была звездная болезнь, да? Не знаю, но люди могут... А что жена говорит? В плане? Значит, была звездная болезнь или нет? Ой, у нас специфически сложные отношения. Вот, у нее, я думаю, вопрос не моей звездной болезни. А опыт телевидения, который был... Это было все-таки развлекательное музыкальное телевидение. Моя главная задача была делать музыку. И попав вот в эту среду обитания, я начал просто больше уделять внимание, конечно, музыкальным направлениям, хотя поучился и телевизионным каким-то навыкам, и прямым эфиром, и украинский язык пришлось выучить и подтянуть его. Сейчас у меня намного лучше даже, чем был раньше, когда я работал на М1. Вот, поэтому это колоссальный опыт. Дома на каком языке говорили? Мама украинка, папа ливанец, наполовину армянин. Английский, русский. Да? Украинский я учил в школе, ну так, так себе. А вот уже когда пришел работать на музыкальный канал, там была одни из вымог было выучить украинскую мову повністю. Кто помогал? Життя, книжки, телебачення, газети, спілкування. Зараз в мене взагалі така, як це сказати, до себе вимога. Якщо я приїжджаю на Західну Україну, що люди зі мною спілкуються українською мовою, відповідаю виключно на українській, навіть якщо я роблю помилки, вибачаюся. І далі продовжую, тому що це є досвід, якого ти не можеш набути, просто сидячи вдома біля телебачення. На Западній Україні часто катаєтесь на лижах. Особенно зимой. Мы любим, да. А где еще катаетесь? Где больше всего нравятся трассы? Ой, на самом деле, я вот честно скажу вам, что в жизни мне не повезло, не посчастило еще кататься на лыжах на каких-то высоких. Мы были в Альпах швейцарских, но тогда, когда мы были там в гостях, это был Вербье, это было лет, наверное, 12 назад, мы еще не катались на лыжах с Оксаной. Мы стали на лыжах в 2010 году, вот 8 лет мы катаемся на лыжах. И в основном это Буковель. Мы катаемся там, потому что мы там выступаем, мы как-то вот, у нас такие творческие отношения, уже дружеские с арт-отделом. Ну, я думаю, что если бы не нравилось, нас бы не приглашали. Спасибо большое за это. Вот. И это взаимно. Как-то вот наши проекты музыкальные, то ли концерты, то ли какие-то фестивали, в которых берем участие, они совпадают с зимним отдыхом. Но вот уже 2 года подряд мы узнали, что такое Карпаты летом. Это просто... Это пионерский лагерь. Я как в детство попадаю. А что вы там делаете летом? Ну, смотрите, летом очень много возможностей ходить. Пешком. Зимой тоже можно, но все-таки возможности летом подниматься. С палочками? С палочками, с рогаликами, с булочками. Главное ходить, гулять, наслаждаться вот этим дзен-зелень коров. Это гора Довга, 1500 метров над уровнем моря. Мы туда поднялись на нашем джипе. Мы заехали туда на гору на пикник. Старшие девчата собирали белые грибы, младшие играли в сказочных героев.
Купаться, загорать, ходить по грибы, какая спать. Какая температура воздуха была? В реке, в воде. В воде? Да, купались плюс, в горной 21. Реке? Плюс 21. Озеро Молодости – это одно из самых крупнейших в Европе искусственно созданных озер в Украине. В Буковеле находится озеро Молодости, где есть развлекательный такой центр, вода с бассейнами, с джакузи, с рестораном. Все там. То есть есть теплые бассейны с подогревом, 28 градусов. Там удается убежать от социальных сетей, наверху, почты, на горе, имейла? Да. Вот это вот был... Отключаетесь там? Это был день... Я уже отключился. 25 августа, когда весь город стоял в пробках, была шикарная погода, невиданное количество людей, мы приняли решение подняться в горы, подняться наверх, туда, где никого не было. Только звон колокольчиков коров, где-то барашки, ничего. Телефон доставался только для того, чтобы запечатлеть всю эту красоту, снять на фото, на видео. Это очень классный выдох для мозгов. Поэтому лыжи. Лыжи – это нагрузка, лыжи – это движение, это спорт. Я обожаю ходьбу. Что вы планируете посетить? Какие страны в ближайшее время? Я не знаю, наверное, в этом году мы... Я не буду загадывать, конечно, но я бы в этом году немножечко уже закрыл бюджет на путешествия, направил их все-таки на... средства и время, усилия на то, чтобы финализировать работу над альбомом. Мы достаточно неплохо провели вот конец августа и первые две недели сентября в разъездах, что за этот месяц скопилось очень много задач. Как часто вы репетируете? Вместе с кореша, с пацанами, пацанами, то есть когда вообще... поете? У нас... Как вообще жизнь артиста происходит за кулисами? В быту. В быту. Вы знаете, регулярно, так скажу. Раз в неделю? Реально, да. Вот. Три раза в неделю? На самом деле, студия, это периодически зависит, увы, не от меня. Студия в основном ночная, моя смена, потому что днем я занят кучей дел семейных, житейских. А спишь когда? Организационных. Ну, чуть-чуть ночью, вот где-то в 3-4 ночи я ложусь. И 10 утра – это для меня вот время подъема получается. А студия – это 3-4 раза в неделю, репетиция с музыкантами раз в неделю, репетиция с ребятами, с танцорами раз в неделю. Сейчас у нас возобновились концерты, они начали набирать более активную скорость такую, то есть практически каждую пятницу, субботу, воскресенье мы куда-то уезжаем. И у нас, как правило, перед выездом мы всегда делаем один репетиционный съезд. Мы собираемся, прогоняем всю программу, проходим хореографию, вокал. Вокалом занимаюсь обязательно раз в неделю, езжу на вокал. То есть, с преподавателем? С преподавателем, да. Диана. Вот уже 6 лет мы с ней занимаемся вокалом. Поэтому изменения, то, что вы спрашивали, нужно ли меняться людям, если молодежь меняется, то более старшему поколению. Это наш личный выбор каждого. Я принял решение меняться, потому что когда-то мне мой фониатр сказал, говорит, у тебя такие большие красивые связки, зачем тебе их лечить? Ты хочешь петь? Я говорю, да. Так иди, пой, иди учись петь. Вот, и поэтому регулярность работы над постановками, над костюмами, над музыкальными фишечками какими-то, постоянно, от концерта к концерту. Каждый концерт мы снимаем, смотрим, вот это надо поменять, о, вот это классно сработало, надо повторить в следующем. И готовимся, таким образом держим себя в форме. А какой режим дня вот перед выступлением на большой сцене, чтобы выйти, быть в тонусе? Классно было бы поспать. Вот это самый лучший режим дня, поэтому я стараюсь, конечно, в этот день себя не перегружать чем-то, какими-то задачами, куда-то ездить, дать возможность организму просто выспаться. А питание? Что можно есть перед выступлением, а чего категорически нельзя? А лучше вообще за 2 часа ничего не кушать. Ну, тем более, как сказать, если бы я был камерным артистом, который стал, например, и поет в одной точке, да, в одном месте, это одно, а у меня все же в движении, все в танцах, все переплетается, где-то я просто пою, где-то я с ребятами синхроны валю. И если выйти на сцену, было пару раз, ну, то есть с диафрагмой,
которая не работает, то очень тяжело будет уже на первой песне будет. Здравствуйте. Привет, Рома. Как дела? Поэтому надо 2 часа ничего не кушать до концерта. Легкое что-то. А правда, что если, например, лимончик поесть, что будет очень обильное слюновыделение и что артист не может петь? Ну, не знаю, слюновыделение вообще-то необходимо для хорошего вокала. Почему? Потому что, если такие подробности, то голосовой аппарат, когда он сухой, ему сложнее работать. Сложнее связкам смыкаться, скользить, сложнее всему работать. Поэтому слизь должна быть. Я об этом спрашиваю, потому что очень много людей думают, что быть артистом – это очень легко и просто. Да, выпил яичко, да? Да, да, яичко, что человек сыры. Рождается таким, что вот он берет и раз, и поет 3 часа подряд, налегке. Я думаю, что большинство все-таки нашей аудитории, я возьму в частности Украину, уже достаточно осведомлены, что такое жизнь артиста. Почему? Потому что посредством последних 5 лет увеличения информационных потоков с разных сторон, всевозможного количества голосов, X-факторов и всех проектов, дают людям увидеть закулисную жизнь. Ну, понятно, не все. А не слишком ли ее много стало? То есть вот раньше артисты были более загадочные, они не так часто появлялись в социальных сетях, а когда-то их еще и не было, а сейчас 10 лет назад. Другая. Да? Сейчас хотят, сейчас чтобы мы ты знаем, был ближе. Да, и утром, в обед и вечером, что артист делает. Угу. И если у тебя нету графика, если ты не чистишь или не работаешь правильно с постами, то тебя могут забыть. Мы все стали, вообще все, и артисты, и люди просто стали заложниками цифровых технологий. Увы, от этого никуда. Можно лишь одно. Бороться с этим, я считаю, глупо, а вот контролировать это можно. Каждый в себе может контролировать. Что я и пытаюсь привить своим дочерям, мы не можем ограничить их от айпэдов, мобильных телефонов, и я им это честно говорю. Но я им всегда говорю, что мы можем контролировать твое количество пребывания там, в сети, YouTube и всего. Потому что гаджеты, которые придумало человечество, они могут делать нас не только тупыми, но и умными. Как их экологично использовать? Я не знаю насчет экологичности использования. Я знаю, что, например, Соня очень увлекается рисованием. И мы ей подарили планшет с графическими возможностями, что с поддержкой стилуса, чтобы она могла рисовать, я думаю, мы сэкономили не 1 тонну бумаги уже. Вот. Но есть вот этот вот момент ее недопонимания, что YouTube! Соня, мы тебя теряем, вернись в семью. Поэтому война идет четко, вообще чуть ли не по времени. Вот все, час в день у тебя есть возможность посмотреть там мультики, поиграть на мой взгляд, конечно, в ненужную игру. Но детям надо развлекаться. То есть у нее должно быть восприятие не постоянного запрета, нельзя, это плохо. А вот можно, но нужно дифференцировать по времени. Порисуй, сделай уроки. Вот, пожалуйста, тебе можешь часик походить, поиграться. И все. Так и у нас, у взрослых, должно быть. Мы должны уметь пользоваться всей прелестью технологий, но не забывать, что мы люди, что мы должны ездить, путешествовать, ходить в лес, собирать грибы, видеть живых людей, друзей, звонить иногда по телефону, а не там смайлики отсылать. Ну, общение с друзьями. Смайлик. Ты ему. Все друг друга поняли. Привет, дружище. Как дела? Как? Вот этого не хватает. Вот это нужно обязательно. Ты сам ведешь свои соцсети? Да, я веду сам социальные сети, их наполнение контента на мне. Наверное, это временно пока. Я думаю, я надеюсь, что все-таки наша SMM-команда, которая сейчас вливается после аудита, возьмет на себя некую часть наполнения. Но не может быть страница артиста без участия самого артиста. Не может кто-то за тебя писать постоянно посты, не может кто-то за тебя сделать какое-то высказывание или что-то. Может быть, дежурное наполнение, связанное там с гастрольной деятельностью, там афиша, вот мы едем в этот город, встречайте. Это можно доверить кому-то. Личное общение должно быть самостоятельным, и это в большинстве артистов так происходит. Ведение, аудит,
правильное время выпуска каких-то постов, коррекция постов на те же ошибки, это делают другие люди. Мы обещали нашим зрителям показать клип «Влита», чтобы они согрелись. Согревайтесь. Да, чтобы их настроение подымалось в такой вот прохладный осенний день. Мы будем прощаться с нашими зрителями. Благодарим тебя, что ты пришел к нам в гости. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ребята, я вам всем хочу пожелать, чтобы у вас всегда была возможность путешествовать. И даже когда ее нету, все равно надо. Далай-лама завещал. Обычный человек должен хотя бы раз в полгода покидать свой дом, переезжать на соседнюю улицу, ехать в соседнее село, менять что-то, смотреть, показывать, делиться своим опытом и перенимать опыт других жителей планеты. И тогда все станет намного лучше. Вот такие утренние мудрости от Андрея Кише. Желаем всем хорошей недели, приятного просмотра. Пока. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hottour.com.ua. Добавьте сайт в свои закладки. Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка «Свой город». Выберите удобное для вас агентство. Заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха!